До марафону «Єдині новини» зараз доєднується Коба Накопія, депутат парламенту Грузії. Пане Коба, я вас вітаю. Так, добрий день, добрий день. Отже, в Грузії вважають несправедливим можливість надання Україні статусу кандидата раніше, ніж самі Грузія. А що ви думаєте з цього приводу? Давайте почнемо з того, що взагалі сама тема предоставления статуса Украине, Молдавии и Грузии, ну, в нынешней ситуации, конечно, она полностью происходит из-за событий в Украине, да, из-за российского вторжения. В первую очередь Украина показала пример какого-то неимоверного героизма, сопротивления, и Украина — это Европа. И не будь того, что сейчас происходит в Украине, я вас уверяю, что этот вопрос, наверное, еще был бы отложен, может быть, на какой-то долгий период. Поэтому, если кто-то заслуживает сегодня в первую очередь, да, получения статуса кандидата члена Евросоюза, конечно же, это Украина, конечно, это Молдавия, конечно, это Грузия. Но еще раз хочу подчеркнуть важную и очень значимую роль Украины и украинского народа, которые реально сегодня доказали, и они стоят сегодня и охраняют самую главную европейскую ценность. Эта европейская ценность называется свобода. Вот. И даже, я бы так сказал, ставить под сомнение получение Украиной статуса кандидата Евросоюза, но оно уже как бы выглядит очень неправильно и нехорошо. Поэтому вчерашние блестящие проведенные переговоры президентом Зеленским с европейскими коллегами, заявления европейских лидеров, там, лидеров Германии, Франции, Румынии, Италии, да, о полной поддержке вступления Украины в структуры Евросоюза подтверждает, что это вопрос уже формальный. Что касается Грузии, мы, конечно, все тут и так скажем, и власти, и оппозиция едины в одном мнении, что Грузия должна стать членом Европейского Союза. Правда, грузинские власти, как вы видите, сделали все, чтобы это не произошло. Но еще раз хочу подчеркнуть, что вопрос тут не в грузинской власти. 85% населения Грузии по всем опросам, и в свое время был проведен референдум, поддерживает вступление в Грузии в Европейский Союз и в евроатлантические структуры безопасности. Поэтому какая бы ни была в Грузии власть, что бы они ни делали, да, Грузия свой выбор сделала уже давно. И она обязательно станет членом Европейского Союза. Жалко, что в отношении Грузии в последнее время очень много претензий со стороны европейских структур в отношении проведения и темпов реформ, которые Грузия должна была провести. Очень много претензий в отношении политических заключенных, которые находятся сегодня в тюрьмах Грузии. Вы, наверное, знаете, что президент Саакашвили по сей день находится в плену Путина в грузинской тюрьме. Вы, наверное, тоже слышали о том, что глава самой крупной оппозиционного телеканала Ника Гварами, который, кстати, тоже очень был активен в поддержке Украины, сегодня также находится в тюрьме и практически безосновательно, вообще не имея никаких оснований под собой. И другие люди, которые также по политическим мотивам сегодня содержатся в грузинской тюрьме, вот на фоне такого происходящих вот этих моментов, конечно, у многих лидеров стран Европейского Союза есть вопросы вообще к правосудию грузинскому, есть вопросы к свободе слова в Грузии, потому что если у тебя в стране руководитель телеканала без причин сидит в тюрьме, понятно, что со свободой слова в стране есть большие проблемы. И я все-таки надеюсь, невзирая ни на что, что есть такие проблемы реально сегодня в Грузии, Европейский Союз примет абсолютно правильное и мудрое решение,
И Грузия также получит статус кандидата члена Евросоюза. Потому что вот это выбор не правительства Грузии, которое неадекватно себя в последнее время ведет, и в том числе оно ведет неадекватно себя в отношении Украины. Вот вы помните заявление там в отношении присоединения к санкциям, помните последнее заявление, когда они чуть ли не стали в очередь, то есть меняли очередность приема стран кандидатам в Евросоюз, типа что Грузия заслужила больше, чем Украина, причем когда премьер-министр страны говорит об этом, про страну, которая сегодня воюет за европейские ценности, за европейскую свободу, это немножко странно выглядит, не только странно, еще и некорректно. Но несмотря на это, еще раз хочу подчеркнуть, что грузинский народ – это выбор грузинского народа, а не грузинского правительства. Какое Давайте поговоримо ще про свободу слова в Грузии. Тому що на початку тижня провладний грузинський телеканал і медіа показав результати опитування ставлення громадян Грузії до війни в Україні. От організація «Міжнародне товариство за чесні вибори і демократію» назвало це дослідження маніпулятивним і пропагандистським. А як ви ставитесь до результатів цього опитування? Я, честно говоря, не совсем до конца понял, про какой вы, какое исследование вы имеете в виду. Стосовно ставлення громадян Грузии до війни в Україні. Понятно. То есть сегодня по всем оценкам есть опросы, проведенные среди населения Грузии. Грузины, более 90% грузин, примерно 91% грузин, войну в Украине считают собственной войной. Они прекрасно понимают, что сегодня Украина, завтра будет Грузия, завтра будут другие приграничные европейские страны, прибалтийские страны, Польша там, и так далее, и так далее. Грузины это прекрасно понимают. Вот. И что бы сегодня не говорила власть, одна, другая, третья, или там подконтрольные им телеканалы, еще раз хочу подчеркнуть, что грузинский народ сегодня полностью поддерживает Украину. Вот я вам даже более того скажу, мне в последнее время так было, я сейчас нахожусь сегодня в Киеве, вот, а до этого был в европейских странах. Такого количества цветов украинского флага, какое вы сегодня обнаружите в Грузии, вы не найдете ни в одной европейской стране даже, я хочу подчеркнуть. Вот. Вы ходите по грузинским улицам, в Тбилиси, в регионах, не имеет значения, где вы попадете, в какой город вы попадете сегодня в Грузии, количество вот украинских цветов, оно реально радует. Это, поверьте мне, это люди. Люди сегодня настроены, люди сегодня поддерживают максимально, чем они могут. И вы даже знаете, что сегодня по численности контингент грузинских бойцов, которые находятся сегодня на территории Украины, он второй после украинской армии. Пане Кобо, я вам дуже вдячний, що ви доєдналися до марафону. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Я дуже вам вдячний, що ви знайшли можливість і з нами поспілкуватися. Гарного вам дня. Слава Україні! Слава! Побіда буде за Україну! Героям слава! Она не только будет членом Европейского Союза, что самое главное, она будет лидером Европы и лидером цивилизованного мира. Она уже это сделала, и она может это только укрепить. Дякую вам дуже. Героям слава. Це був Коба Накопія, депутат парламенту Грузії.